Друзья, всем привет! Вы на канале Ростислав Дашин. И отдых. Это уже другая серия. Да, уже вторая серия. Так что, друзья, будем, короче, заканчивать, достраивать наш подарок. Да. Домик. Достраивать домик. Подарок этот Диане на день рождения. Так что, друзья. Завтра. Да, завтра у нее день рождения. Поздравим ее, подарим подарок. Да, домик завтра этот. На ней тортик будет. Ну. Так что, друзья. Опять Миша со мной, помогающий, да? Так что, друзья, не переключайтесь. Вот. Ставьте лайкосы. Подписку. Подписывайтесь, да, да, обязательно. Быстренько. Колокольчик тоже подписку нажимайте, чтобы не пропускать видео. Главное подписку. Подписку. И колокольчик, чтобы не пропускать видео. Подписку. Так что, друзья, всем. Подписку. Подписку. Короче, подписку. Смотрите. Подписку. А мы погнали. Да, 2 минуты, а мы пошли. Не. Так, друзья, вот мы пришли уже к нашему, к нашему домику, да. Вот пока я ждал тут Мишу. Ну, пока ждал Мишу, короче, погребал, короче, кучку вот такую вот еще. Так что, друзья. Сейчас покажу вам. Друзья, нагребал я такую вот кучку. Вот, сейчас мы будем травой вот это все облаживать, залаживать. Так что, друзья, все, смотрите сами. Миша уже начинает косить, да, Миша? Да. Кос, отходь. Косильщик. Косильщик. А ну покажи, отходь. Покажи. Отходь. Ого. Ну все, друзья. Ну мы поехали. Давай я покажу. Так, ну что, ребята, с этой стороны я уже сделал, еще осталось с этой стороны, ну, с этой и с этой, уже небогато, ребят, вот такой вот домик получается. Миша на шапке, Миша косит. Так, ну все, ребят, сейчас буду заделывать.
ребята осталось в книгу. Там что-то. Есть эта сторона. Так, идем. Давай по траву, а я тут еще что это самое положу. Ребята, Миша принесет еще травы и эту сторону заделаем и все. И домик построим, да, Миша? Так что полетели. Так, ребята, ну что, конечно, мы. Наконец-то, ребята, мы сделали домик, сейчас покажу. Вот, ребята, такой домик получился у нас. Так что, ребята. Так, ребята, вот такой вот домик получился у нас. Но. Тут немного дырка, ну, там маленькая. Так, пошли внутрь посмотрим. Вот тут он у нас, друзья, получилось внутри. Внутри очень много дырок, ну ничего страшного такой. Ну прикольный все-таки получился прикольный домик. Солнечный домик называется. Да, Миш? Классный? Да. Пошли за.
Так что, друзья, сейчас пойдем Мишу, короче, заснимем. Он хочет показать, как он косит косой, да? А ну покажи косу. Вот такая, друзья, коса. Ростика, коса поломата. Ну ничего страшного, такая да. Доля. Ну. Сейчас, друзья, короче, покажу вам, как Миша косит. Так что погнали. Идем, друзья, Миша покажет, как он косит. Да, Миша? Трава, а ну. Ого. Ничего себе ты. Нормалек, нормалек. О, молодец. Нормально ты косишь, нормально. Еще будешь что-то садить, Миш? А ну покажи где. Где будешь садить? Да, вот тут, где я косю. Да, вот тут. Ясно, я понял. Ну, там, ребята, у нас домик. Ну, Дианин домик. А тут Миша на огород. Такой косар, ё-моё, косый косар, не по-детски, да, Миша, ты не по-детски косишь, а? Ты не по-детски косишь, не знаю. Так, ну что, друзья, сейчас пойду вам еще покажу еще раз домик. Там Миша хотел, чтобы показать вам, как он косит, да, Миша? Да, так что, друзья, сейчас покажу вам, короче, еще раз домик и будем заканчивать наше видео. Вторая серия. Как мы достраивали, короче, домик. Так что, друзья, полетели к домику. Да, Миша? Ага. Полетели? Да. Отходь! Друзья, пришли мы к домику сейчас. Вот такое, друзья, получилось у нас. Канатами завязали вот это все дело. Миша помогал мне, да? Так, ну что, друзья, вот мы и закончили, короче, достраивать наш. Достроили наш. Молчать. Молчать. Миш, что ты делаешь? Отдыхаю. Отдыхаешь. Так что, друзья, закончили мы с домиком. И... Короче, кому понравилось видео, ставим лайкосы, подписываемся обязательно, делимся с друзьями. Да, Миша? Угу. Что ты хочешь сказать подписчикам? Ну, скажи. Чтобы были лайки, а туда, подписчики. Туда чтобы смотри. Было лайки, подписочка, колокольчики. Что еще? Чтобы все было хорошо. Да, чтобы закончилась поскорее уже война эта, да? Да, я просто. Мир был и процветание. Да. Шоколадки были и жвачки. Даже Молдова за нас. Да. Так что, друзья, будем заканчивать. Це тільки Білорусія за Росію. Так что, друзья, будем заканчивать наше видео. Да, будем заканчивать, уже закончим. Да. Покажем, друзья, как... А я піду дальше кусить. А покажем, друзья, вам, как мы поздравляем Диану завтра. Вот. Друзья, покажем. Запам'ятайте. Да, да, покажем. Наш император, моя сестра. Так что, друзья, ставьте еще раз говорю, лайки, подписывайтесь. Она снимается. Ждите видео завтра. Как мы дарим Диане уже подарок ее, домик. Круг что... еще принесем. Алло? А то круг, еще ты робил, что принесать. А, да, круг еще, друзья, принесем. Но это уже когда будем дарить и вам тоже покажем, какой круг у меня там остался после... Нового года. Вот. И я покажу вам. Так что, друзья, давайте. До скорых видео. Желаю всем здоровья. Удачи. Вот. И все покажем. Все вам расскажем. Так что. Всем
Всем пока. Всем пока-пока.